Так, друзья, всем доброго дня. Сегодня у нас ожидаемое видео. Многие меня спрашивают про моторы SkyActiv. И сегодня я решил рассказать про этот двигатель. А что это такое, какой он революционный, не революционный, и что стоит от него ожидать. Собственно, какие у него есть плюсы, какие у него есть минусы, как он, в общем-то, работает. Пару слов про историю. Этот мотор был основан на базе 2-литрового МЗР, обычного мазовского мотора. Но что сделали? В первую очередь у него увеличили степень сжатия, то есть сделали ее 14. Из-за этого у нас вырос КПД, из-за этого у нас вырос крутящий момент и снизился расход топлива. Но если мы повышаем степень сжатия у бензинового мотора, то получается, что у нас растет температура и растет давление. Из-за этого возникает у нас детонация. И, соответственно, с этой детонацией инженерам Mazda пришлось бороться. Первое, собственно, что сделали, это сделали видоизмененные поршни. Поршни здесь у нас не обычные плоские, как делают у бензиновых двигателей. Они здесь у нас чем-то похожи на дизельные. У дизельных поршней часто идет в середине, идет такое углубление, как вороночка. Здесь идет то же самое, только здесь поршень не плоский, сделали его трапециевидный и сделали вот такую маленькую воронку. Эта воронка нужна для того, чтобы зажигание смеси шло равномерно, что конкретно снижает у нас детонацию двигателя. Другое решение – это были ионные датчики. Чтобы, опять же-таки, избежать у нас детонацию, на катушке зажигания поставили определенные ионные датчики. Смысл какой этих ионных датчиков? Когда топливная смесь у нас горела в цилиндрах, этот датчик посылает между электродами свечи специальные электрические импульсы. Потом этот датчик замеряет этот электрический импульс, и по силе вот этого импульса он определяет, идет ли детонация или нету. То есть, если детонация у нас идет, он как-то меняет угол зажигания, ну, как бы сглаживает эту детонацию. Также, друзья, здесь у нас идет ТНВД, топливный насос высокого давления. Качает он у нас давление 200 бар. Соответственно, дальше идут у нас форсунки. Здесь у нас непосредственный впрыск топлива, который встроен у нас в двигатель. Форсунки у нас здесь идут также видоизмененные. Они имеют 6 точек впрыска. Вот. И эти форсунки, ну, скажем так, уникальные, потому что в основном на непосредственном впрыске применяются форсунки с одной точкой, а здесь 6 точек. Ну и, собственно, такое давление, такие форсунки у нас что делают? Они делают... Когда топливо впрыскивается, оно немного охлаждает поршень. То есть пока сверху воздух не подался, топливо подалось, оно упало, скажем так, на поршень и убрало лишнюю температуру. Соответственно, детонация у нас тоже уходит. Это вот такое вот решение у Mazda, но оно достаточно такое хорошее. Так, следующее решение у нас было установка двух фаз вращателей. Но мне можете сейчас сказать, блин, фаз вращатель везде ставится, даже там на Kia, на Toyota, VVT-i, CVVT, CVVL там, и так далее. На Mazda тоже фаз вращатели давно ставились, они у нас были гидравлические, но сейчас один фаз вращатель у нас идет электрический, а именно на выпускном валу. Он соединен у нас как раз с ТНВД, и, собственно, он рулит этим топливным насосом высокого давления. Что еще, какая здесь уникальность у нас? Смотрите, здесь у нас идут всего два цикла. Это цикл Аткинсона и Отто. Для тех, кто, скажем так, не знает, что это такое, как это работает, цикл Отто – это у нас определенный цикл. Он используется во всех двигателях внутреннего сгорания. То есть это обычный цикл двигателя. То есть открываются и закрываются клапана в определенной последовательности, которые закладывает, скажем так, инженер. Цикл Аткинсона. Здесь запоздалое закрытие у нас впускных клапанов. Что нам это дает? То есть когда поршень пошел давить снизу вот эту вот топливную смесь, клапана у нас еще открыты какой-то промежуток времени, и он давит, и они потом, ну то есть поршень где-то середину пути проходит, и потом клапана у нас закрываются, и поршень уже додавливает вот эту вот оставшуюся часть. Это снижает степень сжатия, это снижает крутящий момент, но на холостых оборотах и на невысоких оборотах двигатель, получается, у нас работает намного лучше, то есть насосные потери у него меньше, намного меньше, и поэтому он работает лучше. То есть здесь вот эти два цикла, они
работают постоянно. То есть, еще раз, на высоких оборотах и на средних оборотах это обычный цикл Отто, а на холостых оборотах и на низких оборотах, то есть здесь работает у нас цикл Аткинсона. Так, друзья, еще одно отличие от обычного двигателя. Здесь стоит у нас видоизмененный выпускной коллектор, а именно Паук 421. То есть 4 трубы соединяются в 2 длинных, и дальше все соединяется в 1. Этот паук очень любит тюнеры. Кстати, у меня есть видео, обязательно смотрите насчет этих пауков, мы их разбирали досконально. Смысл какой? Обычные пауки, когда ставят тюнер, они убирают катализатор. У Mazda это сделать не могут, потому что они не влезут в нормы Евро. Евро 5, там, Евро 6. Кстати, он по нормам Евро 6 этот двигатель проходит. Вот. И что сделали Mazda? Они просто взяли вот эти вот, скажем так, два ответвления, то есть вот эти 4 трубы, они сделали их длинные, они их закрутили и в середину поместили вот этот вот как раз каталитический нейтрализатор. То есть он получается такой как бы вот закругленный паук. Этот паук у нас придает дополнительной мощности, придает дополнительного крутящего момента, и это реально хорошо. Собственно, что хочу сказать еще про блок цилиндров. Обычный двигатель у нас как половинца, идет отдельный блок у нас цилиндров, и сверху головка блока идет. То есть как бы из двух частей стоит. Здесь двигатель стоит из 3 частей. То есть у него идет головка блока, и блок цилиндров у него также разборный. У него идет линия разбора, которая идет по линии коленчатого вала. Здесь облегчили сам коленчатый вал, облегчили шатуны, облегчили сам блок. У коленчатого вала вот эти вот шейки сделали уже, за счет чего убрали трение. И этот двигатель реально эффективный. То есть это вот так вот, друзья, вкратце про строение, про двигатель. Но сейчас я хочу поговорить про минус. Какие проблемы, друзья? Так как этот двигатель у нас высокотехнологичный, а также у него степень сжатия задрана до 14, аж до 14. То есть у обычного двигателя где-то 10-12, у этого 14. Нужно понимать, что сюда нужно лить только высокооктановое топливо. Минимум 95-й бензин, а лучше 98-й, либо там даже 100-й. Чем выше октан, чем выше октановое число, тем у вас меньше детонации будет идти в цилиндрах. А детонация реально разрушает наши, скажем так, двигатели изнутри, потому что это взрывное распространение пламени, которое может убить у вас кольца, там, поршневую группу там, и так далее. Этот двигатель реально сложный, в нем много технологических решений, которые дадут о себе знать, ну, скажем так, после 150 тысяч километров. Кстати, сам производитель по неофициальным данным заявляет, что ресурс у этого двигателя всего где-то 300 тысяч километров, то есть 300-350 тысяч. Ну, сейчас я знаю, что есть уже за 5 лет люди, которые проехали 300 тысяч, и в принципе этот двигатель работает. То есть, хочу так сказать, до 150 каких-то глобальных проблем он не доставит, но только при должном обслуживании. Первое – это бензин, второе – это обязательно масло. Меняем чем раньше, тем лучше. Лучше через 10 тысяч масло должно быть только у нас высококачественное. Свечи. Свечи у нас здесь тоже наше все. Свечи нужно менять чем чаще, тем лучше. Почему? Потому что вот этот вот ионный датчик, он стоит сверху на катушке, и он замеряет разряд именно в свечи, то есть между электродов. Если у вас свеча какая-то изношенная или какая-то засранная, скажем так, он будет работать неправильно. Поэтому свечи для этого двигателя также важны. Рекомендую, я вам лично рекомендую менять при каждом втором ТО, то есть не при первом, втором ТО, но знаю, что некоторые люди меняют свечи вообще при каждом ТО. А шумность двигателя. При прогреве этот двигатель реально может шуметь, но это все где-то в интернете очень много различных есть теорий, из-за чего он шумит. Кто-то говорит, он там катализатор прогревает, кто-то говорит, сам прогревается и так далее. Но все сходятся к тому, что шумность этого двигателя от степени сжатия. Как раз таки, когда работает этот у нас Аткинсон, там Отто включается, то есть фазовращатель там постоянно что-то регулирует, из-за этого на холодный он может шуметь. Но когда он прогревается, он работает тихо, и каких-то проблем нет. Также, друзья, многие замечают, что у него есть небольшие вибрации, если сравнивать там с другими стандартными двигателями, да, то есть стандартные двигатели, особенно после прогрева, вообще работают неслышно. Здесь все-таки вы пятой точкой можете чувствовать небольшую вибрацию. Но она реально небольшая, и к ней очень быстро привыкаешь. Что еще я хочу сказать? В общем-то, сейчас у нас дилер в нашем городе закрылся по Маздам. И встретил, скажем так, я мастера-приемщика, который работал на этой Мазде. И, собственно, мы с ним разговаривали. И он говорит, что каких-то глобальных проблем с этим двигателем он не встречал. То есть там свой гарантийный ресурс он однозначно выходит. И даже 150 тысяч он выходит.
какие проблемы могут с ним возникнуть далее. Так как непосредственный это впрыск топлива у нас идет, то вы по-любому вопретесь сами вот этими форсунками, причем там 6 точек. Форсунки сами дорогие, ТНВД дорогой, то есть вот к 150 тысячам вам нужно будет готовиться. Не у всех, конечно, да, но тот, кто заливает хреновое топливо, готовится однозначно к 150 тысячам, либо на прочистку, либо на замену форсунок там и ТНВД. Если вы будете лить хреновое, в общем-то, топливо, как вот он рассказывал, если вы льете хреновое топливо, то этот двигатель может сразу вообще умереть. То есть детонация его может добить быстро. Вот, кстати, он говорит, был на обучении, был такой случай, когда там залили бензин, но там даже не 92-й, а какой-то, наверное, 80-й. И этот 80-й бензин его убил буквально там за какие-то, не знаю, там сотни километров. Когда разобрали двигатель, то есть 80-й бензин, ну, как бы двигатель старался детонацию эту, скажем так, выровнять, но у него не получалось. И вот там кольца, по-моему, шатуны, чуть ли не сами эти поршни оплавились. То есть вообще был капец. Ну и, собственно, что, друзья, что у нас здесь остается еще? Проблемы, ну, с ионными датчиками могут быть проблемы. То есть у них тоже где-то ресурс 150 тысяч километров. И дальше вы просто с катушкой зажигания этот датчик меняете. Он литой такой, то есть один его не заменить, он идет полностью с катушкой зажигания. Ну и то, что здесь у нас разборный блок, он очень тонкий. То есть это как а-ля дизельная такая конструкция. Вот, но... каких-то тоже, если вы не будете насиловать этот двигатель, каких-то прям особых проблем с ним однозначно не будет. Что вообще революционного дала нам Mazda вообще в этом двигателе? Во-первых, крутящий момент. То есть крутящий момент здесь чуть больше у обычных атмосферных двухлитровок. Здесь вот, например, 210 идет, то есть не у этого, это 2,5 литра. 210 идет у двухлитрового. Крутящий момент, тогда как у обычных моторов идет где-то 190-195. У 2,5 литрового крутящий момент идет 256, когда у обычных 230-240 крутящий момент. Из-за этого тяга на низах у него просто отличная. Также этот мотор можно брать не боясь. Несмотря на его сложность и высокотехнологичность, у него ресурс достаточно хороший. Главное заправлять его хорошим бензином выше 95-го, скажем так, 95-й, 98-й, там, сейчас 100-й появился, и лить в него хорошее масло. На этом все, друзья, вот такое видео получилось. Обязательно подписывайтесь на канал, будет еще много интересных видео. Все, друзья, всем пока.